Здравствуйте. Здравствуйте. Представьте, пожалуйста. Меня зовут Елена. Территориально откуда? Из Хабаровска. А профессиональная сфера деятельности? Педагог. Позвольте представиться. Меня зовут Трампита, и я являюсь изображением черного полотенца, которое ело живых людей. А работаю я продавцом книги «Уроки жонглирования булыжниками». Скажите, пожалуйста, как вы прокомментируете факт выдвижения Ксении Собчак на пост президента Российской Федерации? Ну, вообще хотелось бы, чтобы президентом была женщина. Не знаю, Ксения или не Ксения, но думаю, что это было бы интересно, если бы женщина руководила. Женщина плохого никогда не посоветует. Женщина – хозяйка, мать, она будет заботиться о том, чтобы наши дети росли в мире, в достатке, чтобы всегда отец был дома, работал, обеспечивал семью. Ну, а государство, даже та же семья. Да, то есть вы видите для страны пользу в ее приходе на пост президента Российской Федерации? Я доверяю, честно говоря, этой молодой даме, и она у меня не вызывает никаких отрицательных там чувств. То, что она смогла бы с ее энергией и целеустремленностью, она бы смогла стать президентом. Будете голосовать за Ксению Собчак? Я думаю, что если будет одна женщина, я буду голосовать за женщину. Поддержу ее как женщина. Как женщина женщину. Да. Смотрите, следующий вопрос. Хотели бы вы увидеть чудесное жонглирование булыжниками по-российски в абсолютно безопасной для вас форме? Ну да, если это на расстоянии, вы сейчас будете жонглировать, я с удовольствием посмотрю. Приватный перформанс для учительницы из Хабаровска. Уроки жонглирования булыжников. Людей камнями не кидайся, жонглируй ими, развивайся. Небо булыжник летит, пущенный верной рукою, вот и другой прямо вслед, третий стремится за ним. Собчак, погляди, как прекрасно, на время забудь обо всем ты, и начинай за жонглером, петливо глядя ты учения. Воздух, бросание камней, путь к вечной мудрости редко. Мне очень понравился перформанс жонглирования булыжниками. И я бы хотела отдать все свои деньги, все, что я заработала в Хабаровске, кстати, вот такая замечательная купюра, знакомая, наверное, жителям Петербурга, и этому замечательному, очень милому персонажу. Получай, дорогой! Ксения Собчак, рекомендую посетить эту площадь и познакомиться с автором этого замечательного проекта. Скажите, пожалуйста, какую пользу для Ксении Собчак вы видите в посещении уроков жонглирования булыжниками? Я думаю, что ей будет весело, и она поднимет настроение не только себе, но и всем людям, которые будут за нее голосовать. Ну и всей стране. Да, и всей стране. Спасибо вам большое, снято.